Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. Ребят, нашел еще один хороший проект серверов. Они только развиваются, а это значит, что они очень чутко относятся к своему делу и к своим игрокам. Давайте поможем им в этом. Ссылка на сайт находится в описании ролика. Всем привет, ребят, с вами Серджио. Я давно не заходил на этот сервер. Я реально давно сюда не заходил. Я потихоньку сейчас умираю, и, наверное, все-таки я сейчас потихоньку-то и сдохну. Но! Иногда все-таки я имел возможность сюда зайти, хотя мне было и мало времени. И что я здесь увидел? Да тут целый город! Смотрите, привет Сержу от Фирельк. Я живу в переднем там-то. ТРП Сержу, передай на видео привет Казахстан. Я не знаю, как читать правильно этот ник. Тут смотрите, тут вообще все новое. Тут прям, тут понастроили. Ё-моё! Играю редко, но все же. Привет, Серж, я буду жить рядом с тобой. Если надо, я всегда соглашусь на помощь. Все дела, смотрите, да тут. Ой, да тут я сейчас сдохну, наверное, да. Но я зато здесь появлюсь с полными жизнями. Сейчас. Офигеть. Офигеть, тут целый просто город. Тут реально целый. Я открыть это могу? Я могу это взять, что ли? Ребята мне дарят алмазы. Ребята мне дают железо. Это что-то, как будто я могу еще. Это какой-то подарок. Я не знаю на самом деле, чье это и что это. Но это подарок. Подарок мне великому и обычному парню Серджу. О, Серджу, бери что хочешь. Слушайте, спасибо. Я снял это на видео. Вы не зря старались. Ну я не знаю, но мне это больше не нужно, конечно, ничего. Стульчик. Я даже посидеть могу, да? Вот это крутяцки. Вот это вообще офигенски. Я даже посидел. Так, но это... Так, как отсюда слезть? Дайте мне... Как слезть отсюда? А, все, на shift нажал. Кто-то сдох. А, смотрите, здесь даже... Тут целое хранилище. Да тут можно брать что хочешь. Ребята, я понимаю, что, наверное, кто-то, каждый из вас уже сейчас придет и все это сам заберет. Но мне не жалко, берите. Давайте жить дружно, весело. Но... Сам факт то, что ребята зашли, ребята откликнулись, ребята действительно что-то здесь отстроили, тут что-то проломили, что-то тут всякую хрень понастали. Я понимаю, что здесь, конечно, по большей части разломленные коробки, но сам факт то, что люди здесь были. Кто-то наверняка ждет следующего вот такого вот ролика, где я об этом расскажу, где я покажу, как вы здесь живете. И поэтому, я думаю, прикольно, но... Но меня поразили масштабы, я чуть не упал. Масштабы этих построек. Вот здесь наверху что-то построили. Здесь какие-то, не знаю, что здесь написано. Может быть, дом на ста... Сержу, скажи в следующей серии мой ник Girl2002. Окей. Я сказал твой ник. Аня. Это что такое? Пожертвование для... ради Сержу. Это все ему отдается. Смотрите, вы тут... Это ведь вы все это сделали. Слушайте, ну молодцы. Ну спасибо за такие подарки. Это прикольно на самом деле. Я все просто показываю сейчас, что могу. Времени немного. Слушайте, может здесь еще все открыто? Нет, здесь уже все закрыто. Но, конечно, наглеть не надо. Не, ну мне и так нормально. Я мог сейчас сдохнуть, а я на самом деле взял хлебушек, который мне подарили. Я сейчас мог взять пшено и сделать новый хлеб. Это лучник? Да, лучник, возможно, меня скоро убьет. Но это круто. Тут еще какие-то дома и... Латексные деревья, или как их там называют. Вот это вообще прикольно. Ну, в общем, что, ребят, это очень прикольно. Реально, спасибо, спасибо за внимание. Спасибо за то, что вы здесь отстроили просто... Хоть он и весь в руинах, но целый город новый. Здесь было пусто, здесь было скучно, я здесь был один практически. А сейчас вы расстроились в плане строительства и все это сделали. Спасибо. Всем спасибо за внимание, с вами был Серджио. До новых встреч. Желаю приятных сновидений и приятных моментов в жизни. Всем пока.